что-то про маму. Какой она была? Какой была мама? Какой она была? У нее были длинные-длинные волосы и глаза. Такие же, как у тебя. Ты очень похожа на маму. Даже больше, чем я. Совсем никакого отличия? Нет. Так. Мама? А вот так? Папа. Хорошо рассмотрела ее лицо, я очень люблю, а она меня. Ну, конечно, она тебя очень любила. Совсем не хочется спать. Совсем. Пошли смотреть на фонарь. Идем. Собой кота, чижика собачка, весь тут обидно. Хорошо поешь. Может, ты еще и танцуешь? Отстал! Я тебе про нее рассказывал. Врачу сходил. Мне пора.
По поводу работы все глухо. Но мы что-нибудь придумаем. Я обещаю. Мы должны тебе купить лекарства. Thank you.
Какие тут у вас лакотки. Оказывается. Что ты пришел? Убирайся вон! Закрой пасть! Я сейчас разгромлю здесь все. И малую твою. Вылечиваются, но их больше никто никогда не видит. Скоро и я уйду. Ну ничего, у нас будет все новое. Настоящая квартира, телевизор, холодильник и даже пылесос, я обещаю. Тонь, ты больше не кашляешь? Не кашляешь? Да ты же не кашляешь! Теперь тебе не нужно уходить за горизонт.
нашел свою бабушку. Поехали к ней. Поехали.